это Игорь. И так он встречает утро каждый день. Он встает не с той ноги. А о продуктивности рабочего дня можно забыть. Всему виной будильник. Как сделать пробуждение наименее болезненным, а будильник наименее ненавистным? Давайте разберемся вместе с Игорем. Mimicker Alarm – новое приложение на андроиды, которое будет вас и ни за что не перестанет будить, пока вы не выполните ее поручение. Это может быть снять быстрое селфи, показать камере вещь, жест или сыграть с телефоном в мини-игру. Большую роль в пробуждении играет выбор музыки. Многие думают, что любимая музыка смягчит подъем, но никогда не ставьте ее на будильник. А то из любимой она быстро станет ненавистной, а новообретенный рефлекс собаки Павлова приведет к неожиданным результатам. Ой, извините, пожалуйста, у меня эта музыка играет на будильнике, и я себя уже не контролирую совсем. Есть также одно очень полезное приложение, чья задача не просто вас разбудить, но и зарядить позитивом. По указанному вами телефону в указанное вами время человек с указанным вами полом позвонит с четкой задачей разбудить и развеселить вас что бы то ни стало, как бы вы ни сопротивлялись. Из любой точки мира, абсолютно анонимно и, конечно же, с любовью. Алло. Привет! А? Просыпайся, солнышко, подъем! Девушка, у вас голос такой красивый. Что вы сегодня вечером делаете? Самым надежным будильником в первую очередь должен стать ваш собственный организм. Но пока внутренние часы тикают с перебоем, а сигнал будильника становится невыносимым, самое главное — это вовремя успеть его выключить.